В Санкт-Петербурге автомобиль въехал в толпу людей. Автомобиль протаранил дом и въехал в толпу пешеходов. В Санкт-Петербурге автомобиль не въехал в группу людей. В результате ДТП один человек погиб, трое пострадали, сообщает Фонтанка. Инцидент произошел вечером 19 августа на промышленной улице в Кировском районе города. За рулем автомобиля находился сотрудник одного из автосервисов, который с приятелем угнали машину покататься. Предположительно, водитель заметил сотрудников полиции и решил скрыться. Он увеличил скорость, но не справился с управлением. В результате автомобиль врезался в стену дома, после чего его отбросило на группу пешеходов. В ДТП погибла женщина, трое человек пострадали и были госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. В Лондоне фургон въехал в толпу людей. Напомним, 17 августа фургон наехал на пешеходов в Барселоне. Погибли 15 человек, пострадали более 100. По материалам сайта news.com.